Об этом все мне написали несколько десятков раз, каждый из писавших просил помочь, показать его врачу, забрать с улицы. Все просившие очень переживали за судьбу собаки, но никто не хотел о ней позаботиться. Пес был далеко, чтобы добраться до него требовалось больше двух часов провести в машине, при том, что ехать нужно было прямо сейчас. Как показывает практика, через такой промежуток времени найти собаку на том же месте, где ее видели раньше, практически невозможно. Весной у собак часто проявляются разные заболевания, их начинают одолевать клещи. Видели животные возле дороги, что также повышало риски. Никто из писавших не стал подходить, чтобы проверить, спит собака на обочине или она уже просто не в состоянии встать, все просто делали снимок и ехали дальше. Я попросила друзей о помощи и отправилась на поиски собаки. На отлов нам потребовалось два дня. Словить животное смогла только Катя, которая даже с работы отпросилась ради того, чтобы нам помочь. Позже мы узнали, что собака уже давно гуляет сама по себе. Несколько раз ее возвращали хозяевам, где так и не предприняли никаких мер, чтобы удержать ее дома, поэтому животное вновь возвращалось на улицу. Никого не заботило, что собака могла попасть под машину или в отлов. При этом, пес молодой, около года, и очень красивый. Пока мы отправили собаку на обследование, после того, как получим результаты анализов, обработаем его от клещей. О том, что мы нашли пса, мы сообщили в полицию. Ни клейма, ни чипа у пса нет, а значит, если хозяева захотят его вернуть, им предстоит доказать, что это их собака. Пес у нас больше суток, за это время мы дали ему новую кличку ⁇ день. Его судьбой никто так и не поинтересовался. Скорее всего, хозяевам он не нужен и заявлять свои права на него они не будут. День еще раз посетит ветеринара, а затем отправится на передержку. Пока непонятно, что делать с ним дальше. Мы еще подождем появления хозяев, если они так и не дадут о себе знать, будем подыскивать для парня новый дом. День сообразительный и нормально контактирует с другими животными, больше о нем нам пока ничего не известно. Хочется верить, что теперь его жизнь изменится к лучшему.